Привет всем выжившим! И да, сегодня будем играть в Dark Light. Купился по большей части на красивые ролики, но давайте посмотрим поближе, так ли хороша игра. Как такового начального ролика на данный момент у игры нету, так что да, давай посмотрим, что будет дальше. Конечно, можно было бы пропустить обучение, но оно довольно небольшое, поэтому давай попробуем пройти его вместе. Твоя миссия — вернуться на базу. Твоя память все еще восстанавливается. А, да, русского языка пока что я играю нету, есть только английский, поэтому все равно тут не так много текста. Игра чем-то напоминает Dead Space по своей стилистике, но, возможно, у вас будут другие ассоциации, поэтому пишите обязательно в комментариях. Так, что у нас здесь? А, это, судя по всему, какая-то граната. И нам сообщают, что да, тут есть оружие разной редкости, и можно ставить какие-то улучшения. Так, окей. Что ж. Отлично. Оу. Как видишь, на любое наше действие тратится энергия, поэтому нужно грамотно ее расходовать. Отлично, он открыл дверь. Ну, конечно, нашего персонажа немножко забавно озвучили, но я думаю, в дальнейшем звуки как-то подправят. Так, Power Jump. Ну что, давай попробуем сделать. Отлично. Так, а вот и лестница. Я так понимаю, мы можем идти дальше. Да, да. А вот и лифт. Ну что ж, а это у нас наш город, в который мы будем периодически возвращаться из наших миссий. А здесь, конечно, есть торговцы, разные места, где мы можем улучшить нашего персонажа. Но давай, наверное, пойдем сразу в бой. Посмотрим, что у нас будет дальше. Ну, сам портал. Так, что ж, давай наверх. Игра в какой-то степени довольно приятна. Скажем, стилистически она сделана довольно хорошо. Так, ну что ж. Пошли тогда в бой. Так, ну что ж, и вот наша первая серьезная боевая миссия. Давай попробуем. Так ты ж... Сволочь. Кстати, вот это движение напоминает мне какой-то первый Mortal Kombat. Ну, прямо очень-очень сильно. Погоди, а что у нас здесь? Оу! Тихо! Ах ты ж сволочь! Ах ты ж скотина, все-таки ударил! А, что ж... Это все? Погоди... Отлично. Нам бы, конечно, здоровье не помешало, но ладно. Так, а это еще что? Постой, постой, постой. Отлично, здоровье. Ах ты ж, гадина. Так, еще здоровье. Так, больше валюты. И мы поднялись на самый верх. Только теперь непонятно, что нам тут делать. Ладно, давай вниз. Йоу! Отлично. Привет. А можем конвертировать. Это если мы умрем, то у нас хотя бы будут вот эти вот очки, которые мы можем потратить на своего персонажа. И какое-то его развитие.
Ах ты ж, ты сволочь. Так, отлично. А, нет, 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 он нас убил. Я думал, все-таки смогу его застанить и забить ножом, но нет, у нас не получилось. Так что, да, давай попробуем еще раз. Как видишь, мы начали с самого начала, но те очки, которые я перевел через торговца, у нас остались. Так что, да, не забывайте это делать. Так, постой. Можно было бы, конечно, прикупить себе ножичек получше. Довольно неплохая идея, как по мне. Так, давай на этот раз попробуем спуститься. Так, привет. Отлично. Так, так, ах ты ж. Отлично, отлично, опять застанили. Эх, правда, она успела нас ударить два раза. Но, с другой стороны, мы немножко собрали тут всякой разной валюты. Так, и у нас открылся портал. Так что в следующий раз, когда мы умрем, мы появимся здесь. Так, давай-ка попробуем забраться. Что ж, сейчас, может быть, на этот раз у меня получится по-человечески прыгнуть. Да, получилось. Отлично. Так, идти наверх, либо вправо. Слушай, ну, в теории мы, конечно, могли бы попробовать. О боже, что я тут делаю? Зачем они кричат? Зачем вы кричите? Прекратите. Так, отлично. Ауч. Ах ты ж. Хедшот. Скотина. Ну что ж. Ладно. Да, я, конечно, не фанат подобных игр, поэтому играю как полный нубище. Что ж, давай попробуем опять пробежаться. Так, погоди, он уже начал стрелять. Ау, поп-поп. Чуть не пропустил. Ну, на этот раз давай, наверное, попробуем сократить через тот непонятный мостик. Так. Ну, вот этот вот самый. Да. Конечно, можно пробегать большую часть противников, но, блин, он нас два раза успел ударить. Сволочь. Ладно. Так, может, ты встанешь? Погоди. И у нас тут была жизнь. О, нет, 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 нет. Все-таки ударил. Нам нужно снова восстановить себе здоровье. Иначе далеко мы так никуда не уйдем. Так, привет. Так, пускай он там кричит. Так, привет. Ну и, как я говорил, можно большую часть противников просто пробежать. Так, сейчас. О, стой, стой, стой. Господи, боже мой. Я даже не знаю, стоит ли мне туда идти. Наверное, нет. Хотя там какой-то контейнер у них есть, поэтому давай попробуем его забрать. Как мне это сделать? Так, ладно, давай попробуем вот так вот подняться и... О, господи, нет. Это было плохой идеей. Интересно, а если я попробую подойти вот так по лестнице, у меня соберутся вот эти вот камешки? Нет. Нет, не собираются пылесосом. Ну что ж, ладно. О, господи, нет! Даже не вздумай. Так. Лаборатория номер 3. Ну, давай вниз попробуем. О, боже. Нет. Нет.
нет, нет, нет. Отлично. Ты выстрелил, успокоился. Давай теперь я вниз пойду. Сейчас они немножко пройдут. О, господи. Так. Пожалуйста, не кричите, у вас такой ужасный крик. Так. И вуаля. Ну что ж, здесь попробуем тоже сократить, но, конечно, будет сложнее. Тихо. Отлично. А-та-та-та-та! Нет, нельзя, 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 нельзя! О, господи! Отлично, отлично, у нас 70 здоровья. Немножко себе восстановили, но... Постой! Умри, 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 умри. Да, он все-таки умер. Отлично. Так, куда нам идти? Давай попробуем все-таки вниз. Почему бы... И нет! Эх! Отлично. Остался какой-то червяк после него. Да, господи, боже мой, вы можете не кричать так. Так. Ну, судя по всему, нам влево все-таки нужно, поэтому... Давай попробуем. Пожалуйста, не кричите только. Так. И да, мы начали спускаться. Так, и у нас тут портал какой-то есть. Ну что ж, давай посмотрим, что там будет. Хотя мы можем отправиться в город и перевести наши очки. Давай попробуем. Так, на базу. Так, и вот мы на базе. Что нам тут делать? А мы находимся на этом месте, и слева от нас, кажется, есть какой-то торговец. Давай попробуем с ним повзаимодействовать. Так, ну вот, тут есть новый ножик, который стоит 800. 74 урона. В принципе, неплохо. Есть еще турель. Турель. Давай, наверное, купим себе турель. Я люблю турели во всех играх, поэтому почему бы и не попробовать. Так, давай-ка ее тогда поставим. Вот она у нас. Красавица! Слаб. Отлично. Так, нам бы, конечно, еще было бы неплохо перевести очки, но давай посмотрим. Вроде бы тот, кто переводит, он где-то недалеко. Сейчас. Так. То есть у нас вот есть ты. И вот... Увеличить жизнь или что? А, энергия, энергия. А, стоит 700, нам не хватит, к сожалению, поэтому... Да, не вариант. Что ж. Давай тогда попробуем вернуться. Жизнь мы в любом случае восстановили, поэтому, да, можно посмотреть, что у нас там за испытания будут на этот раз. Отлично. Правда, я не совсем уверен, что это именно тот портал, который нам нужен, потому что их там, кажется, должно быть несколько. Сейчас, ну, давай посмотрим, где мы появились. Потому что, как я понял, мы должны были появиться у босса. Ну-ка. Нет, нет. Судя по всему, нам нужен другой портал. Погоди. Да. Почему-то у нас именно того портала, который нам нужен, я его не вижу. И это, конечно, чертовски странно. Так, ладно. Значит, они нам предлагают опять это заново все пробегать. Возможно, из-за того, что мы не активировали еще какой-то портал, у нас нарушилась последовательность. Но... Хрен его знает. Потому что использовали портал мы в другом месте. Так что да, нам, видимо, опять все это придется пробегать. С другой стороны, мы можем подкопить себе на дополнительные очки жизни. Что, в принципе, не так уж и плохо.
То есть какой-то элемент реиграбельности тут все-таки присутствует, так или иначе. Так, погоди. Господи. Отлично. 74, 87. Нет! Ах ты ж! Как же ты орешь-то, господи! А он еще и прыгает. Ах ты ж, тварина. Два раза ударил нас. Так, стой. Обычно с него здоровье, поэтому давай попробуем. А, нет, нет, у меня закончились. Боже. 60. Если бы я тогда не затупил, то было бы больше, мать его. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Отлично, еще одна турель. Что ж, у нас две турели. Что, в принципе, не так уж и плохо. Как по мне. Господи, если бы ты только не орал, как непонятно кто. Ну что ж, давай, 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 попробуем перевести. Так, складировать. Да, мы можем даже прокачать здоровье в следующий раз. Так что надо будет не забыть это сделать. Боже мой. Я надеюсь, он не получил урона. Погоди. Ёлки-палки, сколько вас там? Постой. Непонятно почему, правда, он скатывается. Так, давай-ка у нас... Они еще и поднимаются. Тварина, он меня ударил. Ты это видел? Он меня ударил. Так, ладно. Сейчас. Отлично. Подняли. Так, все. Ну-ну-ну, хоть кто-то из вас упадет. Нет, ты ж... Ты видел это? Пока он поднимался, он сделал анимацию и все-таки нас ударил. Черт подери. Ладно, давай еще раз. Хотя мы успели перевести очки, так что... Хоть все мы не потеряли. Это уже радует. У нас есть три турели. И, в общем, да, жизнь налаживается, так скажем. Так, ты... Что там делаешь вообще? Что ж... Давай попробуем проспидранить, так скажем. Так. Проспидранить не получилось. Да ёлки. Так, ладно. Ну вот, тут вроде бы есть... Отлично. Ну, судя по всему, мы довольно быстро добежим до этого места. Ну, давай не будем каркать. О, господи, нет! Так, 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 так. Да не кричи мне в ухо-то. Отлично, отлично, отлично. Тут... О, дай, дай мне пройти, пожалуйста. Так, нет, нет, нет. Он нам сейчас не нужен, так что... Да. Нам просто вниз. О, господи! Мама. Мне чуть сердце не остановилось. Да, мать твою! Я даже не успел ничего сделать. О, господи, ладно. Так, это уже какая у нас попытка? Попытка номер три. Ну, давайте последний раз попробуем. А, добежать до хоть какого-то босса, если он, конечно, тут есть. Но, да, он есть. Так, отлично. Тихо, 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 тихо. Все, он там пока стреляет. А мы тем временем побежим, побежим, побежим вперед. Там какие-то летающие черепа, но, если честно, я даже не представляю, что это. Так. Да ёлки-палки, нет, 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 нет. И на этот раз. Давай попробуем поверху как-то пробежать. О, господи, нет. Отлично. Непонятно, зачем забрались наверх. И теперь нам просто нужно вниз.
вниз. Да. И опять вниз. О, привет. Господи. Нет, ребят, пустите меня, пустите. Черти. Так, вот нам нужно... Нет, нет, вода нам не нужна. Вода нам не нужна была. Что ж, давай попробуем запрыгнуть. Так, тут ничего сложного. Все, что нам нужно, по сути, это перекатываться. Тихо. Отлично. Фу. Господи, пожалуйста, только не бейте меня. Нет, нет, не кричи, не кричи, нет. Так, ладно. Так. Фух. Мы снова добежали до этого места, активировали портал, и да, 55 жизней. Давай посмотрим, что тут есть. Кажется, нам разорвут зад. Ну что ж, ладно. Так, мясник, постой. Ах ты ж, мать твою. Отлично, отлично, отлично. Я ты ж, боже. Хватит меня бить. Ладно, у нас есть турели, так что давай попробуем как-то его забить, может даже. Я, правда, не совсем понимаю, насколько у нее жизни и сколько она существует, но попытаться, я думаю, стоит. Так, отлично. Так, где-то я уже это видел. Ладно, попытка номер два. Сразу кидаем турель, отходим, и он успевает по нам ударить. Ах, она один раз только стреляет, ты издеваешься? Она такая немощная. Нахрена я ее вообще купил за 500? Ладно, ладно. И он нас забил. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, берегите себя и своих близких. И да, пока-пока. И до скорого.